21 декабря у многих студентов далеко не праздничное настроение, потому что им приходится сдавать экзамены. Итак, давайте представим Смоленская медицинская академия. Следующий! Здравствуйте! Это вам с Новым годом! Зачем нам пустой пакет? Молодой человек, я вас не знаю, вы вообще кто? А вот так? А, скороход! Ну что, начнем экзамен. Первый вопрос – функции крови. Функция крови. Кровь нужна человеку, чтобы зарабатывать от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. Так хватит! Второй вопрос – разворачивайте доску. Да, конечно. Анатомия человека. Так где находится аппендикс? Мне его вырезали, где он сейчас, я не знаю. Понятно. Берем желудок. Это мы не берем, а включаем. Берем желудок. Где находится желудок? Так, господи, куда поступает еда? Куда она идет дальше? Да, господи, где промежуточный вариант? Так, берем сердце. Где находится у человека сердце? А это мужчина или женщина? А что, есть разница? Просто у женщин нет сердца. Так идите вон! Допустим. Покажите язык. Да вот здесь покажите язык! Господи, ты боже мой. Берем печень! Печень ставим на место! Холодно! Еще холоднее! Вообще заморозки! А я смотрю, вы не улавливаете суть игры! Да уберите вы язык! Где почки у человека находятся? Вы не помните, где находится у человека? Давайте вспомним, где же они могут быть! И вот так у вас располагаются почки! Берем легкое. Берем второе легкое. Да, скороход, их два у человека. Вы могли хотя бы какую-то шпаргалку сделать, я не знаю. Вот отсюда идет.